Здравствуйте, дорогие друзья! 1 октября 2023 года я начинаю интернет-встречи, или, как сейчас говорят, обучающие вебинары, которые будут посвящены тематике «Как человеку быть человеком?», «Как жить в радости и достатке?», «Как женщине быть счастливой и любимой?», «Как мужчине быть сильным и хозяйственным, разумным?». И начнем мы с темы «Как жить счастливо, не создавая карму?». Наверное, многие задавали себе вопрос, почему я нахожусь здесь, в этом неприятном месте, почему меня окружают вот эти люди, которые не понимают меня, с которыми невозможно что-то сложить, почему вот такие обстоятельства жизни, которые вынуждают меня что-то делать, то, что я не хочу делать, и как мне отсюда выбраться, кто поглупее сопротивляется, кто помудрее ищет способ решения, а так это вообще-то называется кармой. Кто-то это называет кармой с точки зрения шутки, а кто-то всерьез. Кто-то понимает, что карму невозможно уничтожить. Это наработки, которые нам приходится отрабатывать. Кто-то поглупее пытается ее сжечь, сходить к каким-то экстрасенсам, шаманам, бабкам, колдунам, кому-то еще. Ну или там уйти как-то в сторону, обмануть. В конечном итоге происходит просто оттягивание и усугубление, и не более того. Ну так вот, мы как раз на этом вебинаре, на этой нашей интернет-встрече и разберемся с видами карм, откуда они происходят и как нам их избежать. Сначала это будет теория, что такое карма, какие виды бывают, кто постоянно создает кармические завязки разных уровней, а кто не создает вообще никаких завязок, кто, создавая кармическую завязку, осознает возникновение проблемы и пытается ее сразу решить или хотя бы ну, чуть-чуть так уменьшить ее воздействие на будущее, перевести на нижний уровень неприятностей. А кто-то, чувствуя возможность возникновения этих завязок, создания кармы, не допускает вообще появления ее. Будет жизненный пример, очень жесткий, свеженький, где два хороших человека хотели сделать общее дело, но вместо этого общего дела получилась у них проблема, которая сейчас складывается в кармическую очень-очень жесткую неприятную завязку, которая может у них выстрелить как в этой жизни, так и может откликнуться в следующей. Если в этой жизни не удастся развязать, будет очень хорошо, но завязка уже есть. А если на будущую жизнь, то им придется взаимодействовать и искать способы решения всю следующую жизнь. Ну, представляете, да? Здесь решить, либо потом всю жизнь. Ну или, может быть, удастся сейчас развязать эту завязку, прямо сейчас, не откладывая, не усугубляя, не усиливая. Но это уже зависит от мудрости, знания, понимания. Также наша встреча будет посвящена практике жизненной мудрости или, как еще говорят, жизнь вне кармы. Проводиться это будет все на площадке boosty.to/Slav Radio. boosty.to/Slav Radio. 1 октября, как я уже сказал, 2023 года. Кстати, ссылочка на трансляцию будет находиться в описании к этому ролику, поэтому не задавайте вопросы, а где ссылка, куда. Ну, просто прочитайте описание и все. И что я хочу еще дополнить. Не думайте, что я смогу за вас решить ваши проблемы, прожить вашу жизнь или улучшить вашу жизнь. Нет. Это придется сделать вам самим. Я смогу лишь только подсказать, рассказать, объяснить, но не более того. Жить придется вам. Поэтому те, кто придут на встречу с точки зрения посмотреть на очередного какого-то болтуна о чем-то высоком, ну и получите элемент удовольствия, радости от того, что вы что-то услышите. А вот те, кто придет изучить, в дальнейшем применить, используя и изменить что-то в лучшую сторону, тех ждет очень интересное мероприятие с дальнейшими последствиями, хорошими, надеюсь, последствиями для жизни. Итак, 1 октября 2023 года на площадке boosty.to/Slav Radio жду вас на семинаре или, как говорят, интернет-встрече, либо вебинаре «Как жить счастливо, не создавая карму. Быть добру».Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров
и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!